Мы получили письмо от болельщицы Алены. Она написала, что мечтает под Новый год сфотографироваться с нами. Также она пожелала нам удачи в матчах. И, конечно же, мы исполним ее мечту. Так что у нас сегодня фотосессия. Очень понравилось, потому что два моих любимых хоккеиста, ну, не все, конечно, но все равно очень приятно, что вы смогли организовать такое. Спасибо вам большое за исполнение моей такой мечты. Я skulle vilja skicka en hälsning till alla våra fans som alltid finns där för oss. Jag hoppas att ni fortsätter vara det och god jul och gott nytt år. Det är alltid trevligt att få ge bort presenter till fans som är oss trogna varje match. Och vi önskar en god jul och ett gott nytt år.